Ахинские рыбаки выясняли самого удачливого рыболова в социальной сети. В приложении для мобильных устройств WhatsApp еще 2 года назад рыбаком-охотником Виталием Ковязовым была создана группа «Северные люди», где более 200 участников делились своими фотографиями, обсуждали дорогу, клев, погоду. Рыбаки даже выясняли, не остался ли кто на льду во время бурана. В этом году, в середине зимы, когда рыбаки стали хвастаться уловом, возникла идея провести конкурс на самую длинную корюшку, выловленную в марте. Объявили турнир, разработали правила, как измерить, как сфотографировать. Люди активно стали участвовать. Сначала были фото экземпляров по 20-25 сантиметров, а потом рыба пошла все крупнее и крупнее. Жюри конкурса, а это 7 администраторов группы, строго следили за соблюдением регламента. Результаты конкурсантов заносили в турнирную таблицу. Появление фото наиболее крупных экземпляров вызывало много вопросов. Где выловили, какая приманка, время суток. К концу марта среди конкурсантов появилась девушка, и, что примечательно, с самой длинной рыбкой – 33 сантиметра. Она, кстати, в итоге и стала победителем. Призовой фонд был собран силами администрации группы. На их личные средства были приобретены медали, дипломы и сертификаты на приобретение товаров в рыболовном магазине. По мнению организаторов, конкурс удался, и аналогичные акции будут проводиться вновь. А в летний период в планах собрать желающих на водоеме, чтобы сразиться в ловле рыбы вживую.